Катывается с крыши, а есть, где он остается просто на крыше. Ух ты, блин, вот это завалил. Очень солидный показатель, и он, безусловно, станет лучшим бомбардиром, потому что преследователи ближайшие очень большие внутри. А у нас, вы слышите крики, это крики означают, что Арма забивает. В этом поединке забить 10, но это невозможно. Вы слышали крики, это говорит о том, что удваивает свое преимущество Армат. И Армат будет сейчас болеть, конечно, за то, чтобы Бимарию мечей. Я помню, ну, фамилию, я же как бы болел в свое время. Когда... Посвисти, давай нас все устраивает. Хватит, хватит. Ух. Хороший. Вот и перевернулась.